хищницу свою. Что посоветуешь? Не найдешь. Почему? Ну, потому что ты же спиздор. В смысле? Ну, в прямом. Ну, по-русски объясни. Ну, будь другим. Ну, как тебе по-русски объяснить? Ну, ты распиздяй. Ну, в каком плане? Я не понимаю, что такое распиздяй. Блядь. Ну, вот что ты делаешь по жизни? Я живу, работаю. Да. Еще что делаешь? А что еще надо делать? Ищу девушку. Да правда что? О, ну ищи. Долго искать будешь. Ну, не, ну понимаешь, я только начал год как искать. До этого не искал. А до этого не было? До этого не искал девушку. Для... Да до... ладно, хорошо, она у тебя будет. Успокойся. Просто расслабься и получай удовольствие. Я не знаю, когда будет, вот честно, я знаю, что будет. Мне похуй, вот честно. Слушай, мне вот нужна девушка, что вот на тебя была похожа, вот... Так же вот выпивала. О, нет, 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 нет. Нет, такая, как я одна. Ты что? Не ну, дай Боже на меня похожая. Похожая, похожая. Не-не-не-не-не, только не я. Нет, я имею в виду, только не на меня похожа. Ни в коем случае. Почему? Нельзя. Ну, потому что я наблюдатель. Я здесь одна такая. Ибо я наблюдатель. Я принадлежу расе намного древнее вашей. Нет, нет. В твоей жизни встретиться с девушкой, поверь мне. А какую надо найти, как думаешь? Не надо никого нет, искать. Какая мне подойдет, как думаешь? Никакую, никакая. А, вообще без девушки жить? Да нет, она придет к тебе, ты заебал. Бля, что ты такой тупой? Просто, слушай, я ищу, чтобы она курила, пила, пила, курила, пила, вот. Ну, прям всё как про меня. Ну, вот. А детей любишь? Ну, мне нужно. У меня двое. Ты детей любишь? Люблю ли я детей? Да. Странный вопрос. Нет, не люблю. Не любишь? Вот-вот, я такую же ищу, чтобы детей не любила. Вот мне такая же нужна. Слушай, ты практически подходишь. Слышь, уебище, ты уже сидишь, общаешься, блядь. Surprise, motherfucker. Сейчас вот так вот. Ну, смотри, тебе, падла, весело, блядь, да, тут? Очень, блядь. Он уже нашел такой, который детей не любит, блядь. И зовут его Серёжа. Ебло уже заебло. Прикинь, какой он жесткий и жестокий. Вот ты слышишь, да? Вот ты слышишь, да? Но он детей любит. Мне кажется, он детей как раз-таки и любит. Красавчик. Да, он любит, конечно. Ну вот, ему уважуха, ему уважуха. А мне нет, да? Я такая не любящая. Ты же сама сказала, что ты детей не любишь. Нет, не люблю. Ну вот, я и говорю, я вот такую же, у тебя нет знакомых таких? Блядь, ну я не знаю даже. Нет, я одна такая. Блин. У меня нет таких, к сожалению. Вот я ищу по России такую. Вы уже уезжаете. Ты что? Вы уезжаете. Ты что? Куда вы там уезжаете? Ты что? Включись. Иди поцелуй меня, мать. Мать. Не целую ее, пошла на нахер. Да, 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 да. Мразь эта тупая. Что? Ну слушай, ну как думаешь, такие вот вообще в России можно найти таких? Да, можно, конечно. Конечно, можно. А потом у ребенка отсудить у них можно, как думаешь? Но они же не любят детей, значит, можно, как думаешь? Нет? Почему? Кстати, у таких детей не отсудишь. Почему? Если не хочешь, лучше не зарождать. Потому что она как волчица будет сражаться за то, что у нее есть. Ты что?
Так я тебе говорю, я поэтому такую ищу специально. То есть смотри, я уже специально камеры везде поставлю, и ее буду спаивать, вот, потом свидетелей найму, понятых. Вот, так что суд на моей стороне будет. Так что суд будет на моей стороне, и я выиграю суд. Вот, я тебе говорю, я такую же девушку вот хочу найти. И еще на алименты потом поставить. Такое-то какое? А? Как ты думаешь? Как тебе план? Хуёвый план. Почему? Ну, потому что не прокатит. Почему не прокатит-то? Не прокатит. Не, наоборот. Я скажу, что это за... Она детей избивает. Это уже плохо. Вот. Пьет, курит. Вот, 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 вот. Так же вот ее буду настраивать против детей. Вот, а потом найду новую, хорошую, скажем так, мать, которая будет нас любить, обеспечивать. Да? Другая. Но ведь мать не та, кто родила, а та, кто воспитала. Правильно же? Да? Нет. Нет? А как же? А ты как думаешь? Слушайте, а я вот... Тут вот решил девушку найти. Как вообще? Как думаете, реально найти эту девушку или нет? Шадрес? Ну, нормальную. Да. Ну, может, нет, не найдете нормальную. То курит, то показывает себя. Это что такое? Зачем она такая? Не, ну если вас устраивает, что курила и пила, то в общем не найдете. Да, раздевать. Сколько мы смотрим, начинает сразу раздеваться. Зачем? Вот потом она ей самой не стыдно или ей самой приятно это? Я понял. Ну, я, слушайте. Я считаю... Мне вот нужна вот девушка с таким вот как раз-таки аморальным образом жизни. Да, ну тогда найдете. Тогда таких найдете сплошь и рядом, через одного. Мы туда не вписываемся. Мне просто, чтобы она для меня ребенка родила. Я потому что ребенка очень хочу воспитывать. Да? А-а-а. Ну тогда найдете. Тогда найдете. Только, конечно, не так просто. Придется вам раскошеливаться. Зачем вам такая нужна? А что, нормально? А для жизни зачем? Вам не нужна? Ну, слушайте, просто как бы, смотрите, я ее в себя влюбляю, вот, мы женимся. Да. Вот, потом она для меня родит как бы ребеночка, вот. Годик с ней понянчается. Я, скажем так, пока все это видео поснимаю, какая она там пьющая, бухающая мать, там, курящая. А потом лежит. Потом разведусь, и ребенка себе заберу. А в суде предъявлю доказательства. То, что она а потом как будете воспитывать без жены, без матери ребенка? Ну, слушай. Потом надо будет жениться уже на порядочной. Да, а на захочет ли она тебя ребенка воспитывать? На порядочной. Ну слушай, ну. А, потом она захочет воспитывать чужого ребенка. Ну слушай, ну мать не та, кто родила, а та, кто воспитала, разве не так? Ну это да, с одной стороны. Ну вот. И... Мы ее потом. Мы ее. И то, слушай, есть, может быть, найду, может быть, все-таки сам буду воспитывать. Но если найду, мы ее как бы в семью примем, она нас будет лелеять, обеспечивать. Вот. Да. У вас родители есть? Конечно, есть, конечно. Ну и они как бы на это посмотрели. Нормально посмотрели. Вы меня уже извините, мне кажется, у вас что-то с головой не в порядке. Как вам не стыдно? Вы не видите, что он больной? Нет, ну слушайте, я просто... Это так осуждать, но на самом деле. Она тебе показала сиськи-письки по всему, к Союзу, по всему и за границей. И вы ее взяли в жены. Это зачем она вам нужна? Ну, я даже год, чтобы ребенка, мне потом... Ребенка можно пойти вон в детское, малютки взять или где-то... Можно там взять и воспитывать, если вы так хотите. Но не какую-то, проститутку брать и с ней спать. Ну, современные же девушки так не делают же, правильно? Да, конечно, еще хуже делают. Вот, поэтому я с них и пример беру.
Ясно. Да. Хорошо. Короче, тогда... вам к врачу надо обойтись. Короче, нет, ладно. Нет, это зачем? Дело ваше. Да, всем девушкам тоже надо к врачам обращаться. Это дело я ваше. Я вывод сделала, вы психически больной человек, вам надо подлечить. Я ее потом еще на алименты посажу. Вот да, хорошо, ладно, это дело ваше. Хорошо, ладно, до свидания. Ну так что, как думаешь, здесь можно познакомиться или нет? Как считаешь? Слушай, я вообще не уверена, что можно с кем-то вот познакомиться. Ты для какой цели ты хочешь познакомиться? Ну, скажем так, чтобы девушка мне родила ребенка. О, даже так? Ничего себе. Да. Ну тогда нет. А чё, почему ты вживую не знакомишься? Вживую знакомлюсь, но их мало таких вот. А ты сразу им говоришь: привет, давай познакомимся, роди мне ребенка. Так? Ну, нет, я тебе говорю, просто я ищу, чтобы она вела аморальный образ жизни. Ты ищешь, чтобы она вела аморальный да. образ? Да, да, да. Зачем? Ну, в смысле, чтобы я должен в себя влюбить ее, правильно же? Вот, она влюбится в меня, мы с ней поженимся, вот. Она родит для меня ребеночка. Вот. Подожди, если ну, она больше... аморальный образ жизни ведет, а аморальный, то бишь неправильный... Да. Да, но... ты такую, правильно я тебя поняла? Такую. Ты такую ищешь, да? Да. Вот, она родит для меня ребеночка. Не факт, вот. Что она родит. Ну, да, есть... А первый... У меня такой был это, первый раз, к сожалению. Повел ее в больницу анализы давать, она оказалась бесплодной. К сожалению, горький опыт был у меня. Ага. Вот, к сожалению. А зачем, ну, почему именно? Поэтому... Это твой фетиш, аморальную искать? Ну, я тебе говорю, вот мы с ней проживем годик-два, а потом разведемся, вот. И чтобы ребенок мне достался, вот. Какой ты хитрожопенький. Потому что она пьющая, курящая, а я это все дело снимать буду, фильмец создам, что какая она мать плохая, вот. И для суда, чтобы суд мне ребеночка дал. Подожди, вот, ты с таким... А почему ты с ней жить не хочешь? Почему ты не хочешь нормальную себе девушку найти и нормальную традиционную семью создать? Или нет, не катит? Не, слушай, не катит. Ну, я учусь как бы у противоположного пола, поэтому не катит. А. Ну, ну, пот... ты... ну, пот... ты... ну, слушай, ну потом, может быть, кого-то найду, может быть. А кому нужен это, РСП? Ну, слушай, ну мать же не та, кто родила, а та, кто воспитала же, правильно? Ну, кому нужен будет разведенка с прицепом? Давай, давай, вот если ты учишься у противоположного пола, кому нужна разведенка с прицепом? Ну, давай. Как-то любящей матери будущей. Ты что, она же должна любить детей. Я тебя умоляю. Что, что? Люди потом любят только тех тебе... детей, которых они сами родили. Нет, нет. Да. Нет, тебе... нет. Ты ошибаешься. Я тебе говорю, я потом найду, если получится, то если не получится, значит нет. А если получится, ну значит, я тебе говорю, мы ее возьмем в семью, она нас будет обеспечивать, любить, лелеять. А, обеспечивать? Ну так мы же ее в семью берем, правильно? Конечно. Ну, я разрешу себя называть мужем, а она будет ребенка мамой называть. Понятно. Вот, поэтому, она тупо дашь поэтому... на алименты, да? Естественно. Без этого естественно. Никак. Естественно. Вот видишь, ты сама уже додумалась. Молодец. Ну, я-то в курсе всей этой темы, я-то девочка вообще-то. Я так в курсе. Ну как тебе мой план? Отличный. Отличный, да? Вот. Хоть кто-то одобрил. Идеальный. Вот. Вот приятно пообщаться с умной девушкой, которая одобрила мой план. А еще ты можешь сейчас... подать на пособие отца-одиночки. Это 5500 ежемесячно с 8 лет. Но только с 8 лет, как бы, понимаешь? Тебе надо до 8 как-то протянуть. Ты имеешь в виду, чтобы государство платило? Ну, Путин еще будет платить, не, да, если ты решишь... Подачки от государства не нужны, я же сам... Ой, зря. Я сильный и независимый, ты что? Мне подачки от государства не нужны. А мне нужны, я вот получаю 5900 ежемесячно. И как? Ну, не хватает же, правильно? Да, конечно, не хватает, конечно, не хватает. Ну вот.
Тут сейчас десятку в школе получили. Я в курсе, я в курсе. Красота. На ранец, наверное, только хватило. Ага, заживем.